5, 6, 7. Первый помощник старт приняла Жданович Елена. Спортсменка 1987 года рождения. Кандидат мастера спорта. Собственный вес 61 килограмм ровно. Выступает за команду Октябрьского района. Тренируется под руководством Голубинского Александра Ивановича. Прошла 1 минута. На втором помосте старт приняла Елисеева Татьяна. Спортсменка 1994 года рождения. Кандидат мастера спорта. Собственный вес 62 килограмма 500 граммов. Выступает за команду Честинского района. Тренируется под руководством Нестеренко Дмитрия Викторовича. На третьем мосте старт приняла Илюхина Ксения, спортсменка 1990 года рождения, мастер спорта международного класса. Собственный вес 60 килограмм 700 граммов. Выступает за команду Чебаркульского района. Тренируется под руководством Илюхина Игоря Владимировича. Прошло 2 минуты. Ксюша является 4-кратной чемпионкой России, Европы и мира, и также рекордсменкой мира. Ее лучшее достижение составляет 178 подъемов. Это очень высокий результат. А норматив мастера спорта международного класса в этой весовой категории составляет 130 подъемов с весом гири 24 килограмма. В этом потоке Ксюша также единственная участница, работает с гирей весом 24 килограмма. Остальные спортсменки поднимают гирю весом 16 килограммов. И на четвертом помосте старт приняла Сальникова Оксана, спортсменка 1996 года рождения. Прошло 3 минуты. Собственный вес 62 килограмма ровно. Выступает за команду Варнинского района. Тренируется под руководством Егорова. Сальникова Оксана с результатом 62 подъема. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 90. 1. 2. 3. 4. 5. 6 минут прошло. 7. После этого потока начинают мужчины. В упражнении рывок. Стоп. 1. 2. 3. 4. 5. Так, хорошо работает. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 14. 7 минут прошло. 15. 16. 17. Погодай, Ксюш. 15. Закончила свое выступление Жданович Елена с результатом 118 подъемов. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 30. 1. Прошло 8 минут. Хорошо. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 40. 1. 2. 3. 8:40 прошло. 4. Молодец, Ксюша, работай. 5. 6. 7. После этой смены будет 10 минут подготовки к гири к следующей смене. Закончила выступление Елисеева Татьяна с результатом 148 подъемов и Едюхина Ксения с результатом 160.